В некогда знаменательный день 7 ноября нас пригласил в Русское географическое общество туроператор магазин путешествий. Настрой мероприятию задал Сергей Васильевич Карлыханов, директор департамента регионального развития РГО. История такого понятия, как «золотое кольцо», идет уже с 1967 года. Директор по экскурсионной работе магазина путешествий Светлана Потапова рассказала, как туроператор исхитрился в 9 городов организовать 150 маршрутов. И это далеко не предел. А исполнительный директор Союза городов «Золотого кольца» Наталья Булах осветила дальнейшее направление информационной и административной работы для развития «Золотого кольца» как современное туристическое направление. Остальные выступающие развили эту тему, рассказали о проблемах, с которыми приходилось сталкиваться в своих проектах и как их решали. Ну а закончилось все частушками экскурсии по штаб-квартире РГО. Печальную. Ой, ерлы, 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 вот стекается с горы, а посадские ребята и хорошие и добры. Первый номер готовится. Мы припевы много знаем, знаем сотню полторы, мы их сами сочиняем, сами композиторы. Ты зачем меня ударил балалайкой по плечу? Я затем тебя ударил, познакомиться хочу. Течет Волга широка. Ой, ой, как владимирские ребята маленькие ростом, и за Йорк, и за Пней увидать непросто. Ой, мы, ребята, ухачи, у нас в карманах кирпичи. Кто затронет ухача, тот получит кирпича. А мы вам пели, да плясали, самые чудесные.